Последние 5 минут у West Bromwich'а 74% владения мячом. И это приводит ко второму забитому мячу. Ромелу Лукаку. 2-1. Подача с левого фланга, и Ромелу Лукаку в упор расстреливает Марко Банна. Ромелу Лукаку. С передачи Горана Попова не было положения вне игры. Застыл Себастьян Бассон. По нему ориентировался лайнсмен. Для фиксации положения вне игры. Но у Ромелу Лукаку не было офсайда. И продавил он Хавьера Гарридо. И переправил мяч мимо ворот. Мимо голкипера Марко Банна. Мы видим, как радуется Бен Фостер. Выливаем. Может получиться победа для Вест Бромвича.